Председатель оргкомитета 80-летия Сталинградской битвы Дмитрий Медведев посетил Волгоград с рабочим визитом и принял участие в памятных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине начала Сталинградской битвы. В ходе встречи председателя оргкомитета с фронтовиками, ветеранами Великой Отечественной войны были сформулированы основные предложения, наказы нашего ветеранского сообщества для включения в федеральную программу подготовки и проведения 80-летия Сталинградской победы. Глава региона Андрей Бочаров подчеркнул, что очень важно сохранить историческую правду, правду о героических подвигах защитников страны, а также развитие инфраструктуры и социально-экономического потенциала Волгоградской области поручаю во взаимодействии с областным советом ветеранов, с другими ветеранскими и общественными организациями, а также, учитывая опыт подготовки, организации и проведения мероприятий в честь 75-летия Сталинградской победы, подготовить и в 10-дневный срок представить предложение для включения в федеральную программу празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Волгоградская область готовит инициативы и предложения для внесения в федеральную программу подготовки и празднования 80-летия Сталинградской битвы.